Сегодня в Чебоксарах открылась межрегиональная выставка «Картофель-2020». В торговом комплексе «Николаевский» собрались производители картофеля и семян, а также поставщики минеральных удобрений и техники. Гала, импала, розара и адретта. В торговом комплексе «Николаевский» сегодня можно найти картофель на любой вкус. Продемонстрировать свою продукцию в Чебоксары приехали представители 81 компании из 24 регионов страны и Республики Беларусь. Большая группа сортов, абсолютно новых, абсолютно с новыми свойствами, новыми качествами, которые нам хотелось бы очень, чтобы российский потребитель их оценил. Сорта делятся по целевому назначению. То есть столовые сорта, есть сорта для производства крахмала, есть столовые сорта для производства картофеля при чипсах, сухого картофельного пюре и так далее, и так далее. Выставка «Картофель-2020» проходит в Чебоксарах уже в 12-й раз. Гостям представили новые сорта, продемонстрировали современные минеральные удобрения и технику. Кроме того, на выставке сельхозпроизводители заключают соглашение о сотрудничестве и обсуждают проблемы отрасли. К примеру, сейчас в республике работают над тем, чтобы создать в регионе условия для переработки картофеля. Сегодня это основная площадка, где проводится обсуждение всех тех проблем селекции семеноводства картофеля в Российской Федерации. Прежде всего, все, что касается производства, создания сортов отечественных и производства семенного материала по этим сортам, для того, чтобы начать активное решение проблемы импортозамещения в стране. Для гостей провели кулинарные мастер-классы, устроили дегустацию и рассказали о способах выращивания мини-клубней. Но самой популярной у горожан стала площадка продажи семян. Здесь представлено более 25 сортов картофеля. Выставка будет работать в торговом центре «Николаевский» до 28 февраля. Анжелика Артемьева, Виктор Степанов, «Вести Чувашия».